Ну что ж, всем снова привет, это снова я. Так, значит, установил видеокарту, кстати, вот моя старая софирочка, которая работала. Работала, ребята, она как прям настоящий боец, тянула все, что я просил. Так, всякая ерунда, давайте посмотрим. Так, значит, ужасно темно, да? Так. Кстати, вот видите два огонька. Это как раз от самой видеокарты. Значит, сейчас у меня просто устанавливается куча драйверов. Вот. Слышите звуки? И диск там, и так далее. Так. Как мне получше, наверное, показать видеокарту? Мне нужно какое-то освещение. О, освещение. Включил на телефоне освещение. Давайте посмотрим. Так. Значит. Вот, собственно, сама видеокарта. Гора проводов. Вон она. Установлена. Собственно, что еще могу сказать? Было муторно, потому что, во-первых, не хватало питания. То есть блок питания стоит мощный, но при этом, как видите, вот переходники на 6 пин, вот, входящие вот сюда 8, то есть здесь восьмерка стоит, здесь две шестерки. Значит, далее была проблема следующая: не запускался Windows, то есть запускается система, но висит на экране BIOS, и в BIOS даже не зайти, вот, и периодически пикает. Пришлось, значит, что сделать? Пришлось перепрошить BIOS. Вот, у меня стояла версия F5 12 года. Сейчас стоит, значит, F9 конца 13-го. Вот. Все, как видите, запустилось. А вот, значит, сейчас выключу освещение, нам уже не очень нужно. Так. Ну, так, кстати, выглядит установка драйверов. Вот. Ну что ж, уже далее. Далее будем ждать видео из игры, из каких-нибудь разных игр. Вот. Ну что ж, я могу сказать. Классно, сейчас буду тестить. Вот. Все покажу вам. Пока-пока, подписывайтесь. Ждите новых серий. И еще раз пока.